привет! И сегодня у нас будет видео, как зарабатывать баксы в Adobe Premiere. Ну что, погнали! Для начала, ну, это, то есть, способы, это не баг, да, ребят. Сразу говорю, это просто способы. Погнали! Так, ребят, и, пожалуйста, если вы сможете, подпишитесь, пожалуйста, на мой ТикТок. Я сейчас на моих подписчиков взаимно подписываюсь. Пожалуйста, подпишитесь. Первый способ. Нам надо взять любого пэта. Ну, допустим, у меня это будет белый бык. Давайте возьмем. И то есть бык у меня захотел покушать. Вот я ему дала, допустим, бутерброд, но... Это очень долго, и за этот способ нам дают очень мало. Поскольку этот способ долгий, мы будем зарабатывать мало. Мы заходим в Dress Up и нажимаем на эту кнопку Baby. Достаем того пэта. Какой у меня был? Вот. И то есть, если вы захотели спать... то это же задание выполняется, ну, всем дается, кто маленький или питомец, и получается, вам дадут в два раза больше. Так, ребят, мы сейчас ждем, пока наступит утро, и я вам покажу, что мы получаем в два раза больше. Ну, а пока мы тут разговариваем, ждем утро, точнее, у меня в ТикТоке конкурс на этого красного быка. То есть я просто жду, ну... Я просто в какой-то день. Так, потом договорю. Мы захотели мыться. Вот, смотрите. Ай. То есть сначала моется бык. Мы получили монеты. И моюсь я. И я тоже получила деньги. Так вот, конкурс на этого быка. То есть в субботу... Я просто рандомному подписчику, который играет в Roblox, дам вот этого красного бычка. Подписывайтесь. Так, ребят, ну а следующий способ такой. Вам нужен второй аккаунт, именно на другом устройстве. И или ваш друг, или нанять себе большую семью. Я сейчас с ноутбука присоединюсь сюда. Эх, я все вспоминаю, как раньше можно было садиться на Флайрайд Скуби-Ду, что там еще было, Флайрайд тыква, еще какой-то питомец. Так, телепортируемся. Вот я телепортнулась. Теперь мы создаем семью. И добавляем... вот этого человека в семью и достаем любого пэта. Допустим, мне это будет это, а с другого аккаунта я достану цыпленка. Вот так. Теперь мы просто ходим и прокачиваем. Ребята, вы замечали вообще, что тут? Вот тут вот есть место для питомца. Я нет. Так, питомец захотел попить. Я сейчас с того аккаунта дам попить. О, ничего себе, у меня тут еды. Это да. Я, наверное, буду снимать все, что происходит на этом экране. Цыпленок попьет, а я вроде, да, я ничего не хочу. Пока ничего не хочу. О, вот, смотрите, сейчас... Ой... А еще если мы ставим маленькими, то вообще очень много будем зарабатывать. Так, сейчас мы поедем домой. Пойду к себе на второй аккаунт домой. Ну, я и забыла, что такой красивый дом. Я сейчас все покажу. Вот тут получается у нас такая фоня. Почему я сделала этот аккаунт, на котором сейчас снимаю? Вот это так красиво. Ну так. То есть получается на этом аккаунте кладу вот сюда своего пэта спать. Теперь тут я беру белого быка и кладу его спать сюда. И то есть нам дадут денег в два раза больше. Вот так вот.
Следующий способ тоже такой ничего. Для этого нам тоже понадобится второй аккаунт. То есть у меня на этом аккаунте 668 баксов, а на этом я не знаю. То есть на этом я беру, захожу сюда и ищу Pizza Place, вот. И в Pizza Place я покупаю кассу. Ой. Я это должна делать вот на этом аккаунте, то есть вот на этом. Ой. Ща. Тут у меня 375 баксов. Так, сейчас надо найти мой дом. Гонщик нелегальный. Так, ребят, мы почти пришли. Идем ко мне домой. Тут мы с вами телепортируемся. И тут мы ставим... Ща. Ой, я думаю, что это такое тут? Что это так? И тут мы ставим с вами кассу. Теперь мы вот с этого аккаунта подходим к этой кассе. Сейчас я сделаю побольше, потому что на этом пока ничего делать не надо. Мы подходим к этой кассе. Окей. И ложим сюда, допустим, 50 баксов. Положили. Ну, тут теперь разработчики сделали так, что нельзя класть много баксов. Поэтому мы кладем сколько можем. Так, теперь мы... То есть, вот, касса перегружена. И пока что просто у нас деньги потратились. А тут у нас их стало больше. Вот, у нас их теперь на 100 больше. А пока касса перегружена, тут мы можем вот сюда и удалить. Но, к сожалению, если я не ошибаюсь, то теперь так не работает то, что если ты ставишь опять кассу, то ты не сможешь с того аккаунта, по-моему, вот с этого еще раз заплатить. Ну, вот этим способом я пользуюсь чаще всего. Сейчас мы тут... По-моему, не работает тогда. Да. Ну, а на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про конкурс ТикТоки. Подписывайтесь. Всех люблю. Всем удачи. Всем пока-пока.